Сейчас посмотрел видео, где Владимир Вольфович Жириновский говорит Павлу Дурову о том, что нужно возвращаться на родину. Паша, дорогой, ты молодец. Практически наш русский Цукерберг. Если хотите посмотреть это видео, переходите в телеграм-канал, там же я его выставил. Но расскажу вкратце. Владимир Вольфович говорит, что хватит скитаться уже по заграницам. Заграница не приняла. И это касается многих иммигрантов, которые уезжают со своей родины. И многие в душе, конечно же, жалеют. Кто уехал с России, единицы, кто уехали и могут с уверенностью сказать, что да, мы реализовались в Европе, в Америке, независимо. Но в основном все работают кем? Доставщиками, таксистами, дальнобойщиками, трак-драйверами. Да, выживают, жизнь достаточно хороша, но вы этого хотели? Или все-таки вы хотели быть успешными специалистами у себя на родине? Ведь у многих есть высшее образование, многие работали по специальностям и имели почет и уважение. А кто вы теперь в Америке? Иммигранты, на которых местные смотрят как действительно на иммигрантов. И даже наличие гражданства или грин-карты никак не повлияет. Только ваши дети, возможно, когда-то будут гражданами, без акцента разговаривать полноценно. Но вас, родина, всегда будет тянуть домой. Если я не прав, напишите в комментариях. Если прав, поставьте лайк.